Arrivederci. Ну все, поймал, поймал. Тебя догоню. Я держу эту тварину. Идите сюда. Гнездо несите сюда быстрее. Гнездо, гнездо. Да, молодец, тварь.
Ребятушки, гнездо, может, принесете сюда? Блять, гнездо принесите, вы что, дебилы что ли, блять? Поставьте здесь спавн, блять, и спавните. Ебанаты, блять. Ты чё, ебабона? Нахуя у фастов сюда, ебать? Принесите матку, блять, постройте спавн, блять, и потом... Блядь, мясом босса давим, да и все, ебать. Блять, не идите туда пока что. Подождем, блядь. И не надо фастов, блядь. Не надо. Они, блядь, не такие. Обычных зомби берите как бы. А хули ты хотел, блядь? Я кэп, блядь, в этой команде. Давайте его. Ну, блять, вот это не такие.
Привет, пидора. Привет. Как дела?
вообще бронируют, блядь. Ой, ты не посещи я, блядь. Он не выиграл. Мы в конце выиграли. До свидания. В смысле, блин? Не, ну это пиздец.
maximum armor. Он на улице, в конце карты сверху. Не, это бред, не, ну это бред в натуре. Да вон, блядь, сверху. Ну, у меня опасно, блядь, стоит. Мне надо, короче... Кто вам говорит, чтобы был еще один класс, чтобы нахуй летал специально для таких? Он не достает. Ну да, наверное, пробовал. Это не карта такая, это просто вот специально для этих карт надо такой вот обуз делать. Точнее, это обуз карт. Надо просто ебать. Но это просто, блядь. Берешь нахуй ограничения на хуки делаешь, да и все. И ограничение раз, сколько ты можешь там висеть. Что-то броня дает, пиздец, иммунитет к падению. Просто нельзя никак.